Всех приветствую, дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино Топ. Этот канал посвящен лучшим сериалам. Здесь вы увидите последние новинки сериалов, а также анонсы и обзоры на российские, украинские сериалы и так далее. Дорогой подписчик, а перед просмотром обязательно подпишись на наш канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео первым. Ну а сейчас вашему вниманию предстоит увидеть полный обзор на большую мелодраматическую премьеру сериала под названием «Все, что захочешь». Сюжет сериала «Все, что захочешь» — содержание первой серии. Начинается первая серия мелодрамы «Все, что захочешь». Нина работает шеф-поваром в ресторане и готовит блюда к банкету. Яна недовольна тем, что не она заправляет на кухне, но все же послушалась Корнеева и начала помогать Нине. Нина позвонила мужу Николаю, предупредив, что задержится на работе. А Коля пошел с любовницей обедать в кафе. Он рассказал Юле, что жену уже не любит, а дочь Аня пошла по стопам матери и учится в колледже на кондитера. Юлию не устраивает статус любовницы, она хочет большего. Хозяин заведения Эдуард Корнеев начал приставать к Нине, что заметила его любовница, она накинулась на Нину, но Корнеев угомонил Яну. Поздно вечером Нина пришла домой, Коля недоволен тем, что в холодильнике пусто. Они хотят поехать во Францию на стажировку, Нина пообещала дочери помочь после того, как отдаст взятые 2500 долларов суды Корнееву. Нина проснулась в 4 часа утра, приготовила еду и пошла к 6 часам на работу. На работе Нина увидела разгром приготовленного на банкет и Корнеева, недовольный ее отказом в интиме, Эдуард цеплялся к Нине по мелочам. Корнеев отчитал Яну, на камерах было видно, что разгром устроила она с Printatvet.ru. Тем временем Николай в обеденный перерыв привез Юлю для интима к себе домой. Они по очереди зашли в квартиру. Затем Юля отправила смс Нине, якобы квартиру ниже затопила. Нина отпросилась у Корнеева и поехала домой, где увидела мужа в супружеской постели с любовницей. Подружка познакомила Аню с мажором Максом, они устроили вечеринку у него дома. Нина собирается подавать на развод, она попросила Николая покинуть квартиру. Коле пришлось взять вещи и поехать к Юле, которая с радостью его приняла. Юля сказала, что после развода квартиру разделит и они будут жить у него. Коля начал подозревать, что злополучное СМС – дело рук Юли. У Нины на работе все валится из рук, она взяла отгул. Домой пришел Коля, он извиняется и хочет, чтобы все было как раньше. Но Нина была непреклонна в своем решении расстаться. Квартиру она делить не намерена, ведь она досталась ей по наследству. Прошло 2 месяца. Нина общается с сестрой Валей в кафе. Нина сменила прическу и хочет сменить работу. В кафе с Ниной знакомится обаятельный Альберт, который сразу приглашает ее на свидание. Вечером Нина заметила в припаркованном кабриолете Аню, целующуюся с Максом. На следующий день Нину встретил Альберт с букетом цветов. В ресторане Альберт рассказал об умершей жене и своем переезде. Оказалось, что у него когда-то был свой ресторан, а сейчас он занимается другим бизнесом. У них нашлись общие темы для разговора. Нина поделилась впечатлениями об Альберте с Валей. А вечером Нина пошла на свидание с Альбертом, где их увидела Юля. Юля рассказала о Нине и ее ухажере на дорогой машине Коля, с которым у нее уже давно испортились отношения. Хозяйка недовольна жильцами и требует в течение недели покинуть ее квартиру. А Нина провела ночь с Альбертом. Утром она обнаружила, что Альберт пропал вместе с ее паспортом. Спасибо за просмотр. Дорогие друзья, помогите набрать 50 тысяч подписчиков. Как только мы достигнем эту планку, мы сразу же открываем второй канал на YouTube. Канал уже проектируется, где мы будем помогать бездомным и нуждающимся людям в помощи. Каждый из вас может помочь в этом деле, подписаться на канал, тем самым вы поможете нам в добрых делах. Сделаем мир чуточку добрее.